перепути встретились мы с вами на полчаса. Случайно мы сошлись. Безумны вы, но хорошо мне с вами. Ах, хорошо. Удивляюсь я на вас, Павел Федорович. Чему-с? И повар вы искусный, и на гитаре играете душевно, и голос у вас какой-то особенный. Да и сами вы точно иностранец какой, но самый благородный иностранец. Это ж я вам через свой стыд говорю. Насчет гитары и кулинарии вы, Марья Кондратьевна, правы. А что до иностранца, то, если желаете знать, и наши иностранцы по разврату все похожи. И все шельмы. Только они в лакированных сапожках ходят, а наш подлец смердит в своей нищете и ничего в этом дурного не видит. Русский народ, Марья Кондратьевна, пороть надо-с, как верно вчера изволили заметить Федор Павлович. Хоть он и сумасшедший со всеми своими детьми-с. А вы говорили, что Ивана Федоровича очень уважаете. Они вчера про меня сказали, что я вонючий лакей. Да что вы. Да-с. А чем, извиняюсь, их не Дмитрий Федорович лучше, чем я? Ну, я, положим, только бульонщик, но при счастье могу в Москве на Петровке даже кафе-ресторан открыть, потому как, изволили заметить, умею готовить специально-с. А Дмитрий Федорович ничего не умеет. Галаштанник-с. И не в пример глупее меня. Сколько денег просвистал без всякого употребления-с. А вот вызови он на дуэль первейшего графского сына, тот с ним пойдет. А со мной? Ни-ни. Сколько бы ни стараться, буду удаляться, жизнью наслаждаться. И в столице жить, чтобы не тужить. Иван Федорович идут. Я пошла. Идите, Марья Кондратьевна. Бульон не пролейтесь. Что, батюшка спит или проснулся? Еще почиваются. Удивляюсь я на вас, сударь. С чего это ты на меня удивляешься? Почему это вы, сударь, в Чермашню не едете-с? Ну, зачем мне туда ехать? Да ведь вас же об этом сам Федор Павлович умоляются. Ты говори с ней, чего тебе надо. Существенного ничего-с. Так, к разговору. Ужасное мое положение, Иван Федорович. Не знаю даже, как себе помочь. А что такое? Да полагаю, сударь, со мной завтра длинное подучее приключится. Какая такая длинная подучая? А это припадок такой длинный. Два дня продолжается. Разве можно подучию заранее предузнать? Это точно нельзя-с. Как же ты говоришь, что она завтра придет? А я на чердак лазаюсь и в погреб. Могу упасть. Ты что же, притвориться, что ли, хочешь? Для спасения жизни моей хочу это средство употребить. Ибо когда лежать больной буду,
то хотя бы Аграфена Александровна и пришли к родителю вашему. Не смогут тогда, Дмитрий Федорович, с меня спросить, зачем не донес. Постыдятся-с. Все это угрозы да азартные слова. Но я пуще всего боюсь, чтобы меня в сообществе не сочли, когда они что-либо над родителем своим учинятся. Почему же тебя сочтут сообщником? А? А потому что я вашему братцу все секретные знаки, о которых у нас условлено с их папашей, передал. Какие знаки? А вот такие. Да как же ты смел, коль они секретные? От страху-с. Но если ты думаешь, что Дмитрий этими знаками воспользуется, то не впускай его. Ну, а коли я в припадке буду? Да почему ты, черт тебя возьми, так уверен, что будешь в припадке? Предчувствие имею-с. Ну, тогда предупреди Григория. А Григорий Васильевич от вчерашнего удара сильно расхворались. Что за ахинея? У тебя подучая, он расхворался. Слушай, да уж не хочешь ли ты сам так подвести, чтобы все сошлось? А для чего подводить, когда все от одного Дмитрия Федоровича зависит? Зачем же ему в дом врываться, если эта тварь сюда не придет? А для чего они вчера ворвались? По той же самой причине. А кроме прочего, им опять же от меня известно, что у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем 3000 запечатаны и надпись их рукой «Цыпленочку моему». Так вот, и это сомнительно. Вздор! Вздор! Дмитрий не пойдет грабить и убивать отца! Вздор! Им очень, но теперь деньги нужны-с. Именно эти самые 3000 нужны-с. А ко всему тому рассудите, Иван Федорович. А вдруг Аграфена Александровна придут сюда и захотят барыней сделаться? Тогда ни вам, ни братцам вашим ровно ничего после смерти родителя не останется. А помри ваш родитель, пока этого ничего нет. То на всякого из вас по 40 000 верных придется. Так зачем? Зачем же ты мне после всего этого в чермашню советуешь ехать? Я уеду, а у вас тут... Совершенно верно. Как? Совершенно верно. Я бы на вашем месте, Иван Федорович, все тут же бросил и немедля уехал. Кажется, большой идиот и страшный мерзавец. Я завтра рано утром в Москву уезжаю. Вот это самое лучшее! Это самое лучшее! Вот он! Но он пьян. Второй день пьет. Надо будить его. Непременно будить. Это мне не приказано. Но мое дело слишком важное. Я спешу. Я сегодня же должен вернуться. Не приказано. Эй, господин Легавый, господин Легавый, проснитесь. Нет уж, вы повремените до утра. Потому он, видимо, не в состоянии. Ах, если бы вы знали, батюшка, как он мне нужен. И в каком я теперь отчаянии. В каком я отчаянии. Нет уж, повремените до утра. До утра? Это невозможно. Это невозможно. Послушайте, проснитесь. Что? Господин Легавый, что? Проснитесь, мать, господин Легавый. Твою мать! Да проснитесь вы!
какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм. Если дело ваше, как и вы говорите, важное, то едва ли вы что добьетесь, хотя и разбудите. Лучше уж повремените до утреца. До утреца. Я, батюшка, останусь здесь и буду ловить мгновение. Пробудится я и начну. Ты, фонарь, оставь-ка. За свечку я заплачу, за постой тоже. Это как вам угодно. Спасибо вам, батюшка. А как же вы? А? Как же вы домой-то доберетесь? А я на его кобылке уеду. А. Да. Вот еще что. Ни в коем разе не называйте его легавым. Он страшно не любит. Его зовут Горский. Степан Власович. Благодарствую, батюшка. Благодарствую. Трагедия. Не плачь, сыне милый, радуйся, а не плачь. Али не знаю, что сей день есть величайший из дней его. Где он теперь? В минуту сию. Вспомни-ка. Пожалуй, что плачь. Плачь, добрая душа. Христос тебе эти слезы послал. Вам, по-видимому, объяснил здешний сторож. Я поручик Дмитрий Карамазов. Сын Карамазова, у которого вы торгуете рощу. Это ты, брат, врешь. Как вру? Федор Павлович, Карамазова, отца моего, вы изволите знать? Никакого Павла Федоровича я знать не изволю. Рощу. Рощу вы у него торгуете. Меня сам Кузьма Кузьмич Самсонов к вам прислал. Это, брат, врёт. Позвольте, но ведь это не шутка. Может быть, вы пьяны, но можете же вы понять.
Ты красильщик, маляр. Как красильщик? Я Дмитрий Карамазов. Имею к вам предложение, выгодное предложение по поводу рощи. Ты у меня подряд взял и подлец вышел. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Я Карамазов. Я Карамазов. Ты подлец, понимаешь? Подлец. И говорить я с тобой не желаю. Скажи, любезный, верно я иду на Воловью станцию? Верно, верно, сударь. Версты три пройдете, за мостом направо. Ну, голубчики. О! Я подлец. Подлец. Отче, сюда идут. Слышу, сын мой, укройся в спаленке. Негоже тебе здесь быть. Извергая и свергну! Сатана, изыди! Изыди, сатана! О, Господи! Сатана, изыди! По что пришел честной отец? Пришел гостей ваших, чертей поганых, изгонять! Нечистого изгоняешь, а может, сам ему и служишь? Кто про себя может сказать, свят есть? Изыди, отче! Изыди, и стадо не возмущай! Не человеки судят, а Бог! Изыди, повелеваю тебе! Изыди, изыди! Возгордились вы тут! Вознеслись и провалялись зело! Пусто место сие, братья! Пусто! Тьфу! Позволил глумиться им над прахом святого старца. Почему ты не поразил их, Господи, гневом своим?
Где же справедливость небес твоих? Где провидение твое? И перст твой, карающий зло? Где? Тебя ищу, ищу. Что с тобой? Че ты здесь лежишь, а? Да взгляни хоть на меня. О, да ты совсем переменился. Осердился на кого, что ли? Отстань. Ого, вот мы как. Это из ангелов-то. Да неужели ты из-за того, что твой старик провонял? Неужели ты серьезно верил, что он чудеса отмачивать начнет? Верил. Верую и хочу веровать. Чего тебе еще? Ничего, голубчик, ровно ничего. Значит, ты рассердился на Бога своего. Взбунтовался. Я против Бога не бунтуюсь. Я только мира его не принимаю. Как это мира не принимаешь? Что за билиберда, а? Да ты хоть ел сегодня? Не помню, кажется, ел. Тебе надо подкрепиться. А то ты черт знает, до чего додуматься сможешь. Есть у меня с собой кусочек колбасы. Да ведь ты колбасу есть не станешь. Давай колбасы. Вот мы как. Значит, совсем бунт, баррикады. А насчет водки, небось, не решишься. Давай водки. Вон она! Ну, раз так, то дело это хорошее, и упускать его не следует. Вставай и пойдем. Куда? Как куда? В трактир или нет? Знаешь что, пойдем-ка мы лучше с тобой к Грушеньке, а? Пойдешь? Пойдем, Грушеньке. Мне все равно теперь. Это Михаил Осипович. Что ты так закричала? Ах, это ты, Ракитка. С кем это ты? Господи, кого привел-то? Да вели подать свечей, темя тебе. Феня, свечей. Несу, барышня. Проходи, Алешенька. Проходи, голубчик. Да ты не бойся. Страх, как я тебе рада. Гость ты мой неожиданный. А ты меня напугал, Ракитка. Я ведь думала, Митя пришел. Фенечка, бегай, Фенечка, к воротам, да гляди, нет ли где капитана. Может, спрятался, высматривает. Боюсь я его. И ставни закрой. Что это ты его сегодня боишься? Весточки жду. Такой весточки, что Митеньке теперь вовсе бы и не надо. А разрядилась куда? Да говорю же тебе, весточки жду. Придет весточка, скачу и полечу. Куда это ты полетишь, а? Много будешь знать, скоро состаришься. Алёша, голубчик, да что же ты стоишь-то? Да ты проходи, проходи. Вот сюда. И садись. Вот так. Месяц ты мой молодой. По правде сказать, Алёша, не ждала я и не гадала, чтобы ты мог прийти. Эх, Ракитка, ежели бы ты его вчера или третьего дня привел. Ну, да я и так рада. Что ты такой грустный, Алешенька? Неужто меня боишься? Горе у него. Какое горе? Старец его пропах. Как пропах? Провонял.
Какой ты вздор мелешь, Ракитка. Да молчи, дурак. Пустишь меня, Лешенька, к себе на коленочке посидеть? М? Пустишь? Неужели позволишь мне так сидеть? И не рассердишься? Прикажешь, я и соскочу. Ну, хватит глупости болтать. Ты лучше шампанское давай. Долг на тебе. Ой, и вправду долг. Ведь знаешь, Алеша, я ему шампанского обещала, ежели он тебя приведет. Феня! Феня! Неси шампанского, ту бутылку, что Митя оставил. Слушай, барышня. Хоть и не тем душа моя полна, так и быть, выпью с вами. Да что у тебя за минута такая? Секрет, что ли? Какой секрет? Ты же знаешь, офицер мой едет. Это я знаю. Но разве он так близко? В мокром. Оттуда эстафету жду. В мокром? Ой-ой-ой-ой. А как же Митенька? Он-то знает? Кабы знал, так убил бы. Ну да не хочу я об этом и думать. Вот об Алешеньке могу думать. Да развеселись ты, голубчик. Ну, ну усмехнись на радость мою. Улыбнулся, улыбнулся. Видишь, как ласково смотрит. Ведь знаешь, Алеша, я боялась, что ты рассердился на меня за барышню. Собака я была, вот что. Только хорошо, что так произошло. И дурно, и хорошо. Зазвала меня. Победить хотела. Шоколадом обольстить. Нет, хорошо, что так произошло. Да вот я боюсь, что ты рассердился. А ведь она, Лёшка, на самом деле тебя боится. Цыплёнка этого. Это для тебя он цыпленок, потому что у тебя совести нет. А я Алёшу всей душой люблю. А офицер, а эстафета? Вот она, Лёшка, по-ихнему побабит, выходит. Не зли меня, Ракитка. Я Алёшу по-иному люблю. Веришь ли, Алёша, иной раз смотрю я на тебя и стыжусь. Самой себя стыжусь. Шампанское! Шампанское! Вот роковица, ты моя возлюбирова Божья! Подходи, Алешка, бери бокалы, покажи себя. И ты, Грушенька, бери. Ну, так за что ж нам выпить, а? За райские двери, что ли? За какие-то райские двери? Нет уж, лучше не надо. О, охвалился. Ну, коли так, и я не буду. Пей, Ракитка, всю бутылку. Вот ежели Алёша выпьет, тогда я выпью. Телячьи нежности. У него, положим, горе, а у тебя что? Он против бога своего взбунтовался. Колбасу жрал. Что так? Старец его помер. Старец за сильно. Господи! А я этого и не знала. Не дразни ты меня, Миша. Я сегодня такое пережил, что ты меня упрекать не можешь. Ты лучше вон на нее посмотри. Ведь я шел сюда найти душу злую, потому что сам я был зол. А нашел сестру искреннюю, нашел душу любящую. Ведь она сейчас, может, пощадила меня, спасла. Спасла. Она тебя проглотить хотела. Стой, Ракитка, и молчи. Ты, Алеша, тоже молчи, потому что от слов твоих меня стыд берет. И не хвали ты меня, не считай доброй. Я злющая-призлющая баба. Прав, Ракитка,
Хотела я проглотить тебя да посмеяться. До того хотела, что вот ему 25 рублей пообещала, ежели он тебя ко мне... Какие вздор ты говоришь? А ну, погоди! Принимай долг. Небось, не откажешься. Еще б отказаться-то. Это нам вельми на руку. А теперь молчи. Не любишь ты нас, так сиди и молчи. А за что мне вас любить-то? Что вы мне такое сделали? А ты ни за что люби. Вот как он, как Алеша любит. Любит? Да что он тебе такое показал? Что ты с ним носишь? Молчи! И не смей мне впредь ты говорить. Ишь ты, какую смелость взял. Что ты, взбесилась? Садись в угол и молчи, как лакей. Я сама Алёше всю чистую правду скажу. Ты ведь, Алёша, ничего и не знал. А мимо меня, когда проходил, отворачивался. Глаза опускал. А я на тебя 100 раз смотрела. Лицо твое у меня в сердце осталось. Презирает он, думаю, меня. Даже взглянуть не хочет. А за что? За что? Ведь никто, истинный Бог, никто в городе не посмеет сказать и подумать, чтобы ко мне за этим худым делом прийти. Кузьма Кузьмич только был у меня. Связана я ему и продана. Сатана нас венчал. Обозлилась я тогда на тебя. Ох, как обозлилась. И решила, проглочу я его. Проглочу и смеяться буду. Вот видишь, какая я злая тварь. А ты меня сестрой своей назвал. Не надо. Зачем вы так? Вот и теперь приехал этот обидчик мой. Сижу я здесь и весточки жду. А ведь никто во всем свете не знает, да и не может знать, каково мне сейчас, что на сердце у меня. Может, я туда в мокрое-то нож с собой возьму и отплачу ему, за все отплачу. А может, и поползу, как собачонка. Не надо. Не надо. Барыня, голубушка! Пистолет прискакал, тарантас из мокрого за вами прислали. И письмо, вот письмо. Свистнул, кликнул. Ползи, собачонка. Ой. Еду! Прощай, Алёша. Решена моя судьба. Дай я тебя, голубчик, поцелую. Может, на смерть иду. А теперь ступайте. Ступайте, все от меня. Прощай ты, ракитка. Полетела грушенька в новую жизнь. Алёшенька, голубчик, поклонись от меня Митеньке. И скажи, чтоб не поминал меня злодей Кулихом. И еще прибавь, что любила его Грушенька часок. Так пусть он этот часок всю свою жизнь помнит. Эвана как? Зарезала братца твоего, а теперь велит на всю жизнь помнить? Какое плотоядие! А ты, наверное, презирать меня за те 25 рублей будешь. Продал, дескать, брат. Ну, да ведь ты не Христос, а я не Иуда. Перестань, Миша, что? Помри! Гляди, гляди! Ведь это ж братец твой промчался. И правда, Митя. Откуда это он? Эх, не туды поехал. Ему сейчас грушеньки завернуть. Вот была потеха-то. Ну, пошли. Иди, Миша, я не пойду в монастырь. Как не пойдешь? Ты что? Я к Дмитрию пойду, у него и переношу. Постой, погоди, погоди, Марфа Осиповна,
Марфа Осиповна! Меня тут никто не спрашивал, не приходили? Приходили, сударь, приходили. Братец ваш вчера давеча приходил два раза, спрашивал, да и этот рыжий. Смердяков, что ли? Он самый. А Графена Александровна не спрашивала, не была? Не была, сударь, не была. Так-с. 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 Кто там? Это я, Марфа Осиповна. Где брат мой? Где Дмитрий? Я только что видел, как он проехал. Где он? А! Что это ты так закричала, а? Груша! Груша! Грушенька! Где? Где она? Не знаю, барин голубчик. Ничего не знаю, ничего не знаю. Феня, ради Господа Христа нашего, скажи, где она? Истинный Бог, барин, ничего не знаю. Истинный Бог, ничего не знаю. Хоть убейте, ничего не знаю. Хоть убейте! Врешь, проклятая. Уж по одному твоему испугу знаю, где она. Знаю! Господи! Ты ее велик! Убить кого сходишь! Убить! Моя, иди, иди сюда. Не бойся. Не бойся, цыпленочек. Один, один я тут, один. Станет поди барыню-то нашу. А че сделается-то? Тарантас Степан с верхом. Доедет, не промокнет. Ты обманула меня, подлая! Говори сейчас же, где она! Бабушка! Говори! 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 Уйди, старуха!
говори, проклятая! Блатером к офицеру поехала! К какому офицеру? А Мазамбо, который бросил ее. А вам, вам сказывать ничего не велела. К тому самому. Как же это? И зачем? Зачем? А руки-то? Руки-то у вас все в крови, Дмитрий Федорович. И лицо? Лицо тоже? Да-да, это кровь. Человеческая кровь, Феня. И зачем она только пролилась? О, Господи! Есть, Феня, один забор. Высокий-высокий. Страшный. Завтра, когда взлетит солнце, Митя этот забор перескочит. Не понимаешь ты, наверное, Феня, какой это забор? Не понимаешь? Ну да ничего. Завтра услышишь и все поймешь. А теперь прощай. Прости и прощай. Не погубите барыню! А то ж я вам все разгадал! Не погубите ее, голубчик! Не погубите! Не погубит Митя больше никого. Добрая девушка! И не плачь ты, не плачь! И встань! Встань! Не помешаю я, Грушеньки, устранюсь. Навсегда устранюсь. Любила она часок один Митю Карамазова. Она меня все Митенькой называла. Митенька. Митенька. А ты прости меня, Феня, и помилуй. И ты, Матрёна, прости. А не простишь, все равно. Видим, Дмитрий Федорович, вас ли вновь обретаем? Стой, Трифон Борисович. Прежде всего, самое главное, где она? Аграфена Александровна? Да здесь она, здесь пребывает. Так-с.
А с кем она? Гости приезжие. Один, надо быть, чиновник из поляков, а другой товарищ. Что же они кутят, богачи? Какой кутят? Ну еще кто? Двое господ из нашего города. Только и всего? Только. Но она, как она, весела, смеется? Да, кажись, не очень. Скучная вроде сидит. Текс. Теперь слушай, Трифон, и понимай. Через час из города прибудет вино, закуски разные, пироги, конфеты, все тотчас наверх. Ящик этот раскрыть и тотчас шампанское подавать. И главное, цыган, непременно цыган. 200 рублей за цыган. Понимаем, Дмитрий. Получай расчет, Андрей. О, барин, чего это так много-то? Бери-бери и помни Карамазова. А ты, Трифон, проводи меня наверх и дай мне тайком посмотреть на них. Господа, можно с вами до утра проезжему путешественнику? Я тоже еду. Не бойтесь. Я ведь ничего. Только до утра. Последний раз в этой комнате. Мы здесь приватно, пане. Имеются иные покои. Только до утра, господа. Только до утра. Да что вы, Дмитрий Федорович. Садитесь с нами. Здравствуйте, дорогой мой человек. И бесценный! Ой, как вы крепко пожали! А он всегда так жмет. Здравствуйте, Дмитрий Федорович! Здравствуйте! И вы тут! Как я рад, что и вы тут! Господа, я летел. Я хотел последний час моей жизни провести в этой комнате, где я когда-то обожал мою царицу. Это моя последняя ночь, господа. Червь, ненужный червь, проползет по земле, его не будет. Выпьем, господа! Сейчас подадут вино. Эй! Вино! Я привез вот это. Я хочу песен, музыки, гамму, грому. Все, что было в ту ночь. Ну, господа. Ежели повелит моя Крулева. Крулева, Крулева. Смешно мне, как вы все говорите. Садись, Митя, и не пугай меня. Коли не будешь пугать, так я тебе рада. Мне пугать? Ой, идите, проходите мимо. Я не помешаю, Ну вот, экой ты. Ну, Митя, да с чего ты плачешь-то? Я не плачу. Я не плачу. Ну, перестань. Было бы еще с чего. Я не плачу. Развеселись. Я очень рада, что ты приехал. Слышишь, Митя, очень рада. Я хочу, чтобы он сидел здесь с нами. Коли он уйдет, так и я уйду. Что позволит моя царица, то закон. Прошу пана до нашей компании. Выпьем. Пани! Выпьем. Пани, выпьем. И я не прочь. Дмитрий. Все, господа, все. Прошу, господа, прошу, все. Прошу. Позвольте. Все, господа, прошу. Выпьем по нове и побратаемся.
Так, однако, что же мы так сидим, господа? Чем бы нам заняться, чтобы весело было, а? В самом деле, ужасно не весело. Банчик бы сыграть, когда лечится. Банчик? Великолепно! Ежели по новей. Узно, пане. То правда. И все-то им поздно, и все-то им нельзя. Сами скучные сидят, так чтобы другим скучно было. Перед тобой, Митя, они все это молчали, и надо мной фуфырились. Богиня моя, вижу нерасположение ко мне, крулевой моей, от того и печален я. Ну что ж, начнем, пани. Я тебе хочу много проиграть. Бери карты, закладывай банк. Ежели хце моя крулева, но карты чтоб от хозяина. Ясновельможний, на два слова. Чего хце, пан? Прошу в ту комнату, в тот покой. Два словечка тебе скажу хороших. Останешься доволен. Что? Что, телохранитель, да? Давай его. Его даже непременно. Ну, марш, панове. Ну. Куда это? Сейчас вернемся. Чем могу служить пану? А вот чем. Хочешь 3000? Бери и убирайся, куда знаешь. 3000? 3, панове. 3. Бери и убирайся ко всем чертям. Да телохранителя с собой захвати. И навеки, понимаешь, навеки. Вот в эту дверь и выйдешь. У тебя там что, пальто, шуба? Я тебе вынесу. Сию же секунду заложу тройку и давить зене, пани. А? А... Рубли, пане? А рубли вот так. 500 сейчас задаток, а 2500 завтра в городе. Ну, 700. 700, а не 500. Ты что, пан, не веришь? Да не все же, 3000 тебе сразу дать. Я тебе дам, а ты завтра же к ней воротишься. Да и нет у меня сейчас всех. Всех 3000, они у меня в городе, дома лежат. Чи не потребуешь еще чего? Вы от того плюетесь, панове, что от грушеньки больше хотите тяпнуть. Каплуны вы! Пани Агриппина. Аграфена я! Грушенька! Пани Аграфена, я приехал, чтоб забыть старое и простить, что было допреж. Простить? Это ты меня приехал простить? Так есть, пани. Я не малодушный, я великодушный. Пан Митя в тым покою давал мне 3000, чтоб я отбыл. Я плюнул пану в физию. Как? Он тебе давал за меня деньги? Правда, Митя? Пани, пани, она чиста, она сияет. Не смей меня перед ним защищать. Да неужто он с тебя деньги соглашался взять? Да брал, брал. Только он все 3000 разом захотел взять, а я ему только 700 задатку давал. Теперь понятно. Зачем он приехал? Пани Агриппина, я есть рыцарь, а не лайдак. Я прибыл, чтоб взять тебя в супругу. А вижу иную, пани, не ту, что прежде, а у пардон и без стыду. Ну и убирайся, откуда приехал. Дура я была, что себя из-за такого мучила. Да и не он это вовсе. Не он. Тот был сокол, веселый, песни пел, а этот
селезень! Лысый селезень! Ты где это себе парик заказал? Это и есть публичная шейка, Чопан! Чопан! Ясно, вельможный! Украшим туда же! Пані Агриппіна, якщо хочеш йти зі мною, хоч ми. Якщо ні, бувай здорова. Ну, ясно, вельможний. Іди. Господи, стыд-то какой! Стыд-то какой! Прокляты пусть будут 5 лет! Прокляты! Прокляты! Груша! Грушенька! 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 Ромалы! Ромалы! Багана! Мангала! Все хмуришься. Так, ничего, ничего. Больного одного в городе оставил. Эх, как бы знать, что выздоровеет. 10 лет бы мой ход. Ну и бог с ним, коли больной. Бог с ним. Да неужто, Митя, ты меня хотел уступить ему? Нет. Счастье твоего губить не хотел. Дурачок ты, дурачок. Ведь я вот таких-то глупых, как ты, и люблю. Вошел ты давеча. Так сердце во мне и упало. Дура. Вот ведь кого ты любишь. Шепнула она мне. А ведь ты забоялся, когда вошел сюда. Меня забоялся. Митя, сокол ты мой. Как это я дура. А
могла подумать, что я другого люблю. Груша, Груша. Подожди. Груша. Потом. Груша. Ступай. Ступай. Веселись. Ступай. Ступай, веселись. Я весела, и ты веселись. Не забудь ты меня, дочь, лишь тебя одного я любила. И любовь сберегла, как святыню, лишь тебя одного я любила. И любовь сберегла, как святыню, лишь тебе одному доверяла мои тайные думы и речи, лишь тебе одному позволяла целовать мои смуглые плечи, лишь тебе одному дозволяла. Целовать мои смуглые плечи. Тебя одного лишь смогу покраснеть перед светом суровым. Для тебя поклянусь и солгу я. Господи, Боже мой, сотвори чудо, оживи поверженного, пронеси эту страшную чашу мимо меня. Ты чего это, Борисыч? Ничего. Меня, что ли, ищешь? Помилуйте, зачем мне вас искать? Сердишься, поди, что мы так поздно. Что вы, как можно? Который час? Вдруг четвертый пошел. Потерпи немного, скоро кончим. Это как вам угодно. Митя! Митенька! Митенька! Хорошо ведь на свете жить. Хорошо. Фу. Хоть скверные мои хорошие. Скверные, хорошие. Но скажи, я ведь хорошая. Я очень хорошая. Ты божественная. Ты божественная. У меня все кружится. И печка кружится. И стол кружится. Я плясать хочу.
Пусть все видят, как я хорошо пляшу. Малый поган! Наш четвертый поган-зворкий хвастик за горючкой. Немыслим. Послушан. Я знаю. Ты хоть и зверь, но благородный. Надо, чтобы честно. Чтобы мы были честные и добрые. Не звери, а добрые. Увези меня. Далеко-далеко. Я не хочу здесь. Увези меня. Далеко. Непременно далеко. Я тебя люблю. Тебя одну. В Сибири буду любить вечно. Почему в Сибири? Хотя все равно. В Сибири хорошо. В Сибири снег. Я люблю по снегу ехать. Чтоб колокольчик. Слышишь, звенит колокольчик? Да. Где это звенит колокольчик? Вот и перестал звенеть. Что это, я спала? Да. Да, колокольчик. Я спала и видела сон, будто я еду по снегу, будто с тобой еду. Колокольчик звенит, звенит. Сюда, пожалуйста. Сюда. Пожалуйста, сюда.